Давайте я задачу о рюкзаке расскажу, чтобы не все про графы было. Три КНФ сводится к задаче о рюкзаке. Именно вот то вот subset sum, да, то есть вопрос, можно ли из набора чисел набрать в точности n большого. Из набора натуральных чисел? Да, из набора натуральных чисел. Беря каждый больше одного раза, да, то есть так, как если нужно брать второе значение, то нужно его второй раз добавлять в исходный набор. Тут как это мультимножество. Что нам нужно сделать? Нам нужно переделать формулу 3КНФ в набор чисел. Набор у нас будет в виде такой большой таблицы, где по горизонтали будут числа, а по вертикали десятичные разряды. Значит, тут нужно быть готовым. Значит, я буду писать числа из нулей и единиц, но они будут не в двоичной записи, а в десятичной. И это тут важно. Вот, значит, разряды будут поделены на две части, значит, где старшие будут соответствовать переменным, а младшие будут соответствовать скобкам. Да, то есть вот у нас наша формула φ, это будет там c1, конвенция и так далее, конвенция c1. Вот, ну и, например, соответственно, значит, переменная p1 и так далее, p1. Соответственно, разряды будут пронумерованы так, что здесь P1, P2 и так далее, Pn, значит, а здесь C1, C2 и так далее, Cn. Ну, значит, дальше будет выглядеть так. Значит, тут как бы каждую строчку надо будет понимать как число в десятичной записи, а? И я потихоньку эту табличку буду заполнять. Сначала будут вот такие вот старшие разряды, но тут будет в старших разрядах по два одинаковых. Ну, что такое фи? Фи — это формула. Логическая формула. 3КНФ формула. Как раз 3КНФ, вот каждый С1 — это скобочка из трех переменных. Вот, а все вместе — это 3КНФ. И я такую фи переделываю в таблицу. Так, ну, в общем, и так далее, значит, дальше. Какой-то момент. Все закончится. Так, теперь как это дописывается? Значит, смотрите, пусть у нас, например, C1, это будет P1 или отрицательно. Значит, или P1. Так, пишу. Значит, например, C2 это отрицательно P1 или отрицательно P2. Или отрицание P1. Значит, соответственно, смотрите, если у нас переменная входит в скобку, да, например, P1 входит в C1, то тогда мы в соответствующем столбце в верхнем числе ставим единицу, а во втором — 0. А если отрицание переменной входит в скобку, то наоборот, мы в верхнем ставим нолик, а в следующем единице. Если ничего не входит, то 2-0. Да, например, P3 будет 0-0, и начнут там 0. Так далее, будет 1. Сколько строчек в этой таблице? Строчек будет, ну, 2n плюс 2m на самом деле. Ну, а дальше, соответственно, да, значит, тут 0,1, тут тоже 0,1. И чем нумеруются строчки? Для тех, которые я пишу, для каждой переменной будет две строчки. Для каждой переменной две строчки. Вот тут есть старший разряд, есть младший разряд. Да. Вот тут как бы вот это вот соответствует P1, вот это вот соответствует P2. Ага, вот это я и хотел, да. Значит, соответственно, в старших разрядах одинаково. Да. Просто вот в этом разряде стоит единица, а дальше стоят нули. Да. Вот, а в младших разрядах, если переменная входит в скобку, то тогда стоит единица у верхней строчки в соответствующем столбце. Если отрицание, то если вниз? Если отрицание, то А если вообще не входит, то оба нуля? Да, если вообще не входит, то оба нуля. Хорошо, я понял таблицу. Вот. А тут еще дополнительно... Значит, дополнительно будет еще 2m, у которых в старших разрядах будут все нули. А тут просто они будут одинаковые, просто
как бы по два числа, где единица в следующем разрезе стоит, ну и так далее, вплоть до единицы от конца. Это вот эти самые числа, а еще есть сумма. Значит, а сумма будет состоять из единиц во всех старших разрядах и троек во всех младших разрядах. Вот тут первый раз используется, что у нас десятичная система. Так, ну что, понятно, как таблица построена? Да, понятно. Так, теперь вот какая идея? Идея, конечно, такая, что если у нас переменная истина, то мы берем верхнюю из двух строчек. Если ложная, то нижняя из двух. Например, у нас P1 истина, тогда мы берем вот это вот число. Если там P2 ложная, то берем вот это вот число. Значит, ну и так далее. Значит, если есть волнующий набор, то мы вот так вот и возьмем. Значит, если переменная истина, то мы берем верхнюю, если ложная, то нижнюю. И это нам гарантирует, что вот в этих разрядах будет все хорошо. Значит, в этих разрядах будет по единице. Кроме того, каждый есть истинный литерал, это означает, что, например, если мы по один взяли, то у нас вот здесь стоит единица. И это означает, что там одна, две или три единицы. Соответственно, если три, то уже все хорошо. А если одна или две, то вот за счет вот этих вот двух можно добавить дополнить до трех. Важно, что не ноль, значит, важно, что больше нуля. Значит, соответственно, хотя бы одна из вот этих должна быть, поскольку это скобка истина. Скобка истина, значит, какую-то из строчек вот этих мы должны включить. Хотя бы, значит, больше нуля получается. Соответственно, если меньше трех, то дополняем, беря одно или два вот этих числа. И так в каждом разряде по отдельности. Соответственно, вот такое вот число набрать получается можно. Вот это в одну сторону. На другую это работает, поскольку здесь заведомо нет переносов. Нет переносов, здесь, конечно. Здесь в каждом столбце максимум 5 единиц, поэтому переносов не будет. Поэтому можно работать отдельно, значит, в каждом столбце по отдельности. А значит, раз мы набрали тройку, а из вот этой нижней части не больше двух, значит, мы набрали хотя бы одну единицу вот здесь. И, соответственно, поскольку тут всего единицы, значит, из каждой пары мы взяли ровно одну, и это и даст выполняющий набор. Идеально. Ну вот, такая конструкция. А какой смысл последним духом строк? Дополнять. Ты понимаешь, когда у тебя есть три штуки, физический смысл такой, что в каждой скобке у тебя истина. Скобка состоит из трех. И там стоит значок «или». Так значит, либо они все три истины, либо два, либо одно. То есть это как бы для довесок, что да. Показать, что не меньше единицы. Да, в принципе, есть как бы другой путь. Ну, вообще тут все очень по-разному можно делать. Значит, можно, но вот такой более технический, поскольку с логикой связано. Можно сначала вместо выполнимости сделать так, что мы требуем, чтобы в каждой скобке ровно, а то есть вместо совокупности мы требуем, чтобы ровно один будет. Ну, там некоторые преобразования можно не так сделать. Но если мы так сделаем, то тогда довески уже не нужны, а можно просто уже написать. С этого часть будет проще. Нет, ну и так идеально. Так все понятно. Нет, ну, просто я бы сказал, что никакого смысла в этом довеске нету, а просто технически, поскольку у нас не получилось одно и то же значение во всех.